Как мы помним из очередной серии украинского сериала «Школа, а не детские игры», Назар, чтобы нарастить мышцы, стал принимать таблетки и переборщил немного с дозой. Тем временем школа должна выиграть в спортивных соревнованиях по новым повышенным нормативам. Учительница физкультуры решает дать школьникам некий допинг. Ника не может смириться со стыдом, который произошел с ней в школе. На этом, собственно, все. Спасибо, что были с нами. Всем пока.